Всем привет! Вы на канале Mad Pack, с вами Mad Max и... Здорово! И Бруно! Е-е-е! Ну давай расскажи, что там у нас сегодня будет. Крутая же тема, давай, заруба, заруба. Mad Max. Сегодня новая тема. Рубимся по пенальти в фифе и по булитам в НХЛке. Да-да-да-да-да. Опять же серию устраиваем. Сейчас по пенальти и до двух побед опять. По пенальти, если... А до двух. Ну да, двух побед. Если, например, я выиграю пенальти, ты выиграешь хоккей, то мы потом бросаем монетку и рандомно. Например, если ты твоя, например, орел, да, то мы играем опять булит. Если мое, то решает все по пенальти. Все. Если кто выиграл, то что-то... А если один выиграет и пенальти... Все, он победитель, булит, забирает два очка, все забирает, да, такая заруба у нас будет. Ну да, клево. Но прикольная тема такая, прям быстренькая, и по пенальти, и НХЛ-очка, это все булит. Согласен. То есть самый сок, это самое офигенное. Концовочки игр, когда вот это самый офиген. Да. Ну что, все тогда начинаем? Погнали, готов? Конечно, готов, я ну, всегда все. Готов. Вот, начинаем мы серии пенальти. То есть выбрали команды, все, начинаем пенку. Пенку вашу любимую, FIFA 21, пенальти. Мэтт Бруно с вами, Макс с вами. Погнали! Вы тоже с нами, а мы с вами. Короче, все поняли. Все. А вот и серия пенальти. Ты что, уже все выбрал, кто у тебя бьет? Он первый, что из-за крыши начинает. Убираем прицел. Ты не смотри там уже. Давай дых. Бля, если ты по центру сейчас ударишь. И что это такое? Ну реально только не смотрим, кто куда бьет. Давай, Брунисто, давай. А сам он с углом не угадал еще, блин. Как так? Ну ёпара СТ, ну надо же было забивать, ну блин, а. Поненочкой дал, а? Ну я уже два раза не поверил, что он будет, блин, туда бить. Хорошо было, да? О, и угадал, ну штанга спасла. Ну, твою... Кстати, с Миш штанга не достал. Ну да, непонятно, конечно, что было бы. Но это жестко, я вам скажу, это вообще жестко. Просто... Поненочка вторая, тащи ее. Ну это вообще что, нафига так издеваться-то, я не могу понять. Вот да. Это красотища. Взял. Давай еще одну и все, и победа получается, даже не догонишь, если сейчас забиваю, все. Если забиваю, взял пенальти. Да, уж конечно. Ну давай, старик. Да! На его территории взять это, конечно, сильно, а? Да чё сильно-то, блядь? Чё сильно? Давай, да ничего не будут тебе жрать, блядь. Чё? Я-то как раз теперь вот красиво делаю, выиграл. Всего красиво делаешь. Всё, тогда пошёл. Нафига сейчас так тогда еще по булитам разорву свинью. Нафига так делать, я вообще не понимаю. Чё, как делать? Нафига вот так, блядь, три поненки зачем забивать, блин? Зачем, почти так, три зачем так издеваться? Две поненки было. Я фиг. Три было, один я в рамах отбил, потом ты еще две вколотил. Нафига так делать? В смысле? Я вообще не понимаю, блин. Две поненки. Зачем издеваться так, блин? Вообще, какая разница? Ну какая бы, я-то просто бью без всяких там уловок, всяких поненок, там еще по девяткам всяким. А я красоту делаю для пацанов, это вообще, чтобы кайфовали. Просто. Чё кайфовали? Три поненки. Размотал просто. Капец, блин. Еще да. И поненочками бали. Вообще, вот это изи, а. То есть 3-0 по пенальти? Да. Ну и чё, как? Не очень. Не, давай скажи что-нибудь. Не, молодец. Я тебе припомню, козел. В смысле? Ты у меня попляшешь. Я тебе пручу. Все еще ждут, кстати, Фифи 1-1, вот так я ему покажу. Покажу ему, я злопамятный, вот я ему припомню. Что там покажешь? Я ему покажу. Размотал на его территории по пиндалям просто. Я ему покажу, ладно. Так уделай. Я запомнил, на самом деле. Ну вот мы и в НХЛке, булиты, начинаем. Давай умником, ну давай рандомно, три квадрата так же и все. Пожалуйста, хозяин барин, как говорится. Раз, два, три. Эдмонтон Ойлерс. Раз, два,
3. А чё ты засмеялся? Да я ничего, просто no name. У меня там МакДэвид, Драйзайтл, который булит и так решает. Он мне это ни о чем не говорит вообще, зачем он? Смеется, он смеется. Это МХЛ-ка, никому ничего не дает. МакДэвид лучший игрок в мире у меня, булит и бьет. Да, молодец, молодец. Видимо, ты? Надеюсь, на я. Вот и МакДэвид! Давай, отвечай за слова свои, что МакДэвид, у тебя пушка просто. Красава! А он-то уже бить не будет. Как играть в туэту? Ага, давай. Сейчас он рассказывает тут с три короба вот этой фигни своей, а сам он флоп. Ну там не та это, рука была, я не люблю с этой... С этой стороны проезжаешь. Ты же сам проворотился. Ты же налево понятно. Понятно. Юджин Хопкин. В игре это неудобно мне. Давай, поехали. Ну что, тут поинтереснее будет? Да! Девитрон, дал? А тут 3 будет или 5 в итоге? А сейчас посмотрим. Не, вообще 5 этих. 5, да? Понятно. Фу, повел. Ну я первый бросаю, поэтому пока что не повел. Ну ладно, давайте посмотрим, что там. Хорошо. 93-й. Восьмерка. Никуда, как будто цуку на лицо попасть. Шмальц. А с бородой тут кто-нибудь есть? Я чуть вообще случайно не развернулся, я испугался нас. Как будто сейчас. Вот видел чуть-чуть, она дернулась туда, я думаю, что уже все. Не, ну сейчас вот сейчас забивает, кстати, уже будет опасно. О, Драйзайт. Кстати, будет опасно, да. Ой-ой-ой! Это хорошо было. Ну, Драйзайт. Хорошо было. Развел? Не, нечего. Хорошо было. Резко вот так ушел. Вообще. В стиле этого, Каприз же так же забил, да? А еще в стиле, знаешь кого? Валерий Карпов был такой хоккеист. Магнит всю жизнь играл. Он булит и всегда вот так только забил. Карповин ratkaisunut yleensä. Harhautus! Не, это хорошо было. Ну, это да, супер был. Неплохо, тут мне вообще даже самому понравилось. Без шансов, прям на самом деле. Чисто без ТикТока сделал все грамотно. Блин, ну мне вообще не партит, конечно. Тебе надо забить, слышь. Ну не вообще ни рука, ни то. Если я сейчас забью, вообще все. Просто, да. Ну тут вообще не легло просто. Блин, 3 паненки, 3 праворуких, или как они у вас называются у меня. Это вообще просто. Похоронили меня на ровном Костян. Месте. Костян! И все. Я сделал, и он развернул вообще не тот. А еще судья так долго не свистел, ему что это он за постановы такие? Да, насрал я. А, ну это решающий, что ли? Нет. Да. А, если не забился. Я даже сам обрадовался, что серия продолжится. Да что там, правда, что сейчас ревел? Ну, девятка. Хорошо, да. Все понятно, да? Девяточка. Красава, вот она, да? Не-не, неплохо прям. Фу, я ж не ожидал. И я думал, попал прям четко, да, хороший был. Я ж не ожидал, что прокатит. Киллер почти. Молодой какой-то. Давай. 98-й вообще, да. Давай. Ну тут такое, и на тебе сейчас ответственность, а если не забьешь, то потом на мне ответственность. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну почему ты не мог решить сейчас? Это блин, просто... я еще начал подбирать, короче, и думаю, сейчас нежданчиком был, брошу. Вратарь-то вообще не ожидал. Степан вот какой. Вот Степан должен был. Блин, ну вы гоните, что ли? Это победа, бро. Ах, ну я на самом деле вот сейчас хотел, чтобы он даже сравнял. Думаю, чтобы еще было. Врубите повтор. Да, врубите повтор. Было бы прикольно. Покажите. Ну не попал, просто не попал там сантиметр. Ну-ка, реплей можешь посмотреть, нельзя? Да. Насколько. А, такой вообще рядом. Смотрите, девяточку. Так она не выше, она девяточку. Просто сбоку прошла. Я думал, она выше в начале ворот. Ах, девяточку облизал. Чуть. Ну, посмотрите просто. Там реально несколько сантиметров правее, типа. И все, блин. Смотри, она практически штангу-то задела даже, видишь?
Ну да, 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 там прям, да, да, да. Вот да, она да. полетела, она прям касается штанги. И прям над палкой его, смотри, да, прям да. так прошла вообще. Не просто. Выше ворот, ничего, просто сбоку. Вот это обидно. Ну не, да, повезло, обидно. Не, повезло. Не повезло. Ну и опять же, он провороки, да, или что это? То есть, ну это не мое опять. А знаешь, почему он слишком такая? С угла бросал? То есть чуть раньше бы он бросал, он бы попал. Попал бы, да. А он так, видишь, чуть уехал. Не, я специально, кстати, выжидал, да, чуть поближе к воротам, подальше уеду, думаю, попаду. Ну, близко, близко. Ну неплохо, неплохо. И я прям хотел, чтобы. Все. Не, по булитам все, в принципе, ок, как бы по пенальти, как бы мне не понравилось, по булитам все окей, на самом деле. Ну все, вот я отыгрался за UFC. Че там отыгрался, в смысле отыгрался? Че, 2-0? Это только первая серия, блин. В смысле? Ну, в смысле, так же можем в UFC, как в UFC, у нас же было 3 зарубы. А, нет, ну это первая заруба. О, смотрите, как он запел. Пока что я чемпион. И Усин, он также первый уже забрал, а потом две в голову и все. Болевая победа. Тогда и поговорим. Да, да, пусть порадуется. А пока что я чемпион. По булитам и пенальти. Пусть повоняет пока, ребят. Пусть повоняет. Я никогда не воняю, я всегда красиво. Вот могу тебе руку пожать даже. Да, ну бери свою ручоночку. Детскую ручоночку. Вот с этого момента пусть молится, я буду все забирать. Все наши зарубы я буду забирать. За такое поведение опять проклятое. Красава, красава. Все. Пишите в комментариях, красиво ли ведет себя этот человек. Раздор в команде, он ребят. Он даже руку не жмет. Раздор, видите, в команде, как, все. Как проиграет, так все, заныл, обосрался, руку не пожал, убежал. А когда выигрывает, то же самое. А когда выигрывает, то танцы, обниманцы, ужас, все. Вырубай. Не-не, нормально, нормально. Я рад, я победил, я рад, так что что мне переживать. Сильно рад, да, очень. Так что он пусть научится себя вести для начала, потом поговорим уже. Рад, а что он тут радуется-то? Нашел чему радоваться, конечно, сопляк этот. Так что давай, всем пока. Не забудь подписаться, поставить колокол там еще, немаловажно, потому что подписчиков у нас уже больше, а просмотры что-то не растут. Потому что пропускаете видосы, а если колокол будет нажат, видосы будете смотреть и кайфовать. Фу. Да, поэтому знаете, куда подписываться, да, по 100 раз вам не будем говорить, так что подписота, лайкосы, комментарии, что нравится, чего не нравится, послушаем обратную связь, все, давайте все для вас снимаем, все для вас делаем, мы с вами, вы с нами, все, пока! Покеда!